Четыре лапы проект под таким названием запустил Общероссийский народный фронт. Цель – спасение животных, которые в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса, остались без пропитания. Проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Ивановской и других областях. В список социально значимых организаций, которые поддержит ОНФ, попал и наш конно-спортивный клуб «Фортуна». Как оказалось, неравнодушные жители Ненецкого округа уже активно помогают более 20 его питомцам. В этом убедилась наша съемочная группа. Любовь Пермякова расскажет подробнее. Более-менее это, ну, дают себе гладить. А то обычно хватит, так запарится. Енот Каспер в клуб «Фортуна», расположенный на Факеле, попал более года назад. Бывшие хозяева отказались от него, когда дикое животное стало проявлять агрессию. Сегодня енот доброжелательно настроен. И не случайно, ведь на днях неравнодушные жители принесли ему любимые лакомства. Нам за два дня два мешка рыбы люди навезли. И так круп для собак понавозили, тушенки, морковки, капусты понавозили. После введения в округе мер, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции, «Фортуна» вынуждена была закрыться для посетителей. Из-за снижения их притока образовался дефицит в бюджете. К сожалению, карантин тоже коснулся нас, потому что закрылись детские сады. Соответственно, нет отходов, которые мы возили всем животным. Проблема в тени. Закрыты многие предприятия, связанные с мукой. Мы не можем купить корма. Закрыты пиломатериалы. Мы не можем купить животным опилка. Самая большая проблема, по словам руководителя клуба Ирины Савариной, невозможность закупки кормов и расходных материалов для животных. На них ежемесячно требуется более 50 тысяч рублей. А как сейчас справляетесь? Тяжело? Ну как, потихоньку справляемся. Нашли человека, у которого продает сено, и потихоньку собираем деньги. По одному рулону покупаем, провозим. Сегодня на содержании в клубе находится более 20 животных. Кроме енота, каспера и лошадей есть коровы, кролики, гуси и собаки. ПВС двух забрали. Черныша вот это и кнопку. Она сейчас бегает, гуляет. Позвонили, говорят, есть собачки, что это надо. Ну, взяли. Жалко все равно было. Этот вообще был худой, сейчас хоть поправился такой. Ну, и еще брательник есть в искателях, тоже бегали. Первый раз, как увидели, что бежит, думали, наш или не наш, но оказался не наш. Все питомцы клуба сегодня очень нуждаются в вашей помощи. «Фортуна» принимает следующие продукты для животных. Консервы, крупы, фрукты, овощи, мясо, отруби. Продукты можно доставить по адресу переулок Арктический 1. Здесь также требуются опилки для содержания животных в вольерах. Любовь Пермякова, Владислав Ткачев, телеканал «Север».